Весной текущего года в Челябинском музее изобразительных искусств начала работу персональная выставка «Я так вижу» вице-премьера Российской Федерации, председателя наблюдательного совета ЮРГУ Виктора Христенко. Она состоит из 4 экспозиций и разных фотосерий. Все выставленные работы можно приобрести. Собранные средства будут направлены в Южноуральский государственный университет для финансирования студенческих стипендий, грантов для преподавателей и молодых ученых, реновации лабораторий и публикации научных работ. Этот подарок, наверное, все-таки больше для, опять же, будущего университета, когда мы будем вспоминать и давать некую оценку как раз именно вот итогам вот этой программы, грантовой программы Виктора Борисовича Христенко. И я хочу как раз отметить, что это не первая работа, которую подарили университету, это уже третья, и мы ожидаем еще некоторое количество этих работ. Вот. И, наверное, это будет некая такая история, вот, которая войдет вот в историю развития нашего университета, и картина, ее автор, ну и, конечно же, безусловно, даритель, тот, кто подарил, также будет навсегда, на века вписан в историю нашего университета. Руководитель и собственник компании «Оптик-центр» Артем Власенко приобрел одну из работ Виктора Христенко и передал в дар нашему университету. Очень важно, есть такой фонд, который поддерживается известными челябинцами. Вот. И, конечно же, мы как компания, которая социально ориентирована, мы, конечно, хотим, может так, прикоснуться к этому. И, может быть, чтобы частица наших ресурсов, наших знаний, наших каких-то проектов попала именно, вот, дошла до студенчества. Приобрели картину. Эти деньги, которые выручены, они, можно сказать, они попадут в фонд поддержки студентов, фонд поддержки преподавателей, фонд поддержки науки. То есть, ну и картина, которую я приобрел, то есть она украсит стены Южноуральского государственного университета. «Люди» – третья экспозиция персональной выставки Виктора Христенко. Ее показ продлится до 21 апреля. С 23 апреля посетители смогут познакомиться с серией работ «Плюс-минус 90».